Анастасия Макеева поделилась детскими воспоминаниями о том, как едва не погибла вместе с родителями. На тот момент артистка жила в частном доме в Краснодаре. Актриса рассказала о том, как, будучи еще совсем юной, обнаружила начавшийся в доме пожар. Этим она спасла жизнь себе и родной. Эта история произошла, когда Анастасия училась в 10 классе. Как-то раз, когда Макеева сидела в своей комнате и делала домашнюю работу, она услышала странный треск из соседней комнаты. Родители в это время сидели в гостиной и смотрели передачу о Высоцком. Услышав странный треск, я спустилась к родителям и рассказала об этом, но они подумали, что мне померещилось. На четвертой попытке уговоров, мне удалось привлечь их внимание и заставить подняться наверх. Когда мы зашли в комнату, люстра вовсю дымилась, а в розетках искры превратились в пламя. В пижамах. Мы быстро выбежали на улицу и стали звать на помощь. Слава богу, все закончилось хорошо. А могло быть иначе, рассказала Анастасия. Началось бы это гораздо позже и, не обратив бы я внимания родителей на звуки, то на земле стало бы на 3 человека меньше. Оказалось, что все дело в проводке. Каждый год, 25 января, артистка вспоминает о том случае из детства и благодарит судьбу за то, что осталась жива. С тех пор Макеева очень внимательно относится ко всему, что связано с электричеством. Делая ремонт в собственной новой квартире, Анастасия особенно внимательно следила за правильным выполнением работ по электрике. Теперь, кстати, за безопасностью в доме следит муж артистки. В конце осени Макеева тайно вышла замуж, о чем рассказала только недавно. Личность супруга она хранит в большом секрете, так как хочет сохранить семейное счастье.